Жители Песочной всерьез опасаются экологической катастрофы. Осенизаторы везут канализационные нечистоты со всех окрестных поселков и сливают их в люк, который скрыт в зеленых насаждениях. Все это в сотни метров от жилых домов. А грунтовая дорога накатана здесь лучше, чем некоторые городские. Очевидно, что незаконные осенизаторы ездят по ней регулярно. Вот он слился. А за то, чтобы вот в 20-м цеху я узнавал, чтобы ему вот это разгрузить, он должен заплатить 3000. 20-й цех утилизации. Это у нас идет в Турлатово. Очистные сооружения. Он, по идее, должен туда отвезти и все там разгрузить, вот эту гадость. А здесь он бесплатно разгрузился, понимаете, чистый доход, деньги чистые. Разумеется, легче слить все содержимое бочек в первый попавшийся колодец. Не проходит и нескольких минут, как появляется еще один КАМАЗ с бочкой. Съехав с дороги, улицы Большой, они вереницей везут тонны канализационных стоков. За день, по словам местного жителя, сюда приезжают до 30 машин. Скинув сразу два шланга, водители сбрасывают отходы и уезжают за следующей партией. За час работы съемочной группы машина с этим госзнаком приезжала два раза. Говорю, с канализацией. Вы чем слушаете? А? С канализацией. Вы канализацию не сливаете? Да. Воду. Здесь запрещено сливать канализацию. Как запрещено? Все документы, все есть. Всего в нескольких метрах от колодца идет ручей. Вода в него поступает из песочинских прудов, а затем попадает в Аку. Его путь хорошо просматривается на карте со спутника. Сначала ручей попадает в искусственную канаву, которая имеет сообщение с Акой, главной питьевой артерией Рязани. Невооруженным глазом видно, что цвет воды в канаве мутный, зелено-коричневого оттенка. А на ее поверхности образовалась пленка. Вот только водители бочек с фекалиями утверждают, что сливы идут не в сторону Аки, а как в аномальной зоне, вверх по склону. И для очистки попадают в соседнее здание водоканала. Здрасте, а что здесь сливаете? Воду. Откуда водичка? С канализации. То есть здесь фекалии? Да. А вы знаете, что эти фекалии попадают в Аку потом? Нет. Они знаете, куда попадают? Вон, видите, вон то здание. Вот они туда попадают. На руках водителя есть и якобы разрешающий на слив отходов здесь документ. Он его демонстрирует, показывает даже карту с пунктом приема, но выясняется, что карта вообще из другого места. Подождите, стойте, это что у нас? А то я вам покажу. А вы откуда вы принимаете? Вы же сейчас... Авторынок, нет, это камбушок. А другой водитель и вовсе, увидев камеру, разворачивается и уезжает. Раз все здесь официально, почему так страшен журналист, неясно. Продолжая путешествие по карте со спутника, хорошо видно, что канава с канализационными сливами впадает в Дядьковский затон. Здесь круглый год рыбаки сидят с удочками. А водоем в Дядькове протокой соединен с Новоселковским затоном. Там, где он впадает в Аку, расположена Окская водоочистительная станция. Путь канализационных стоков завершается за моей спиной. Они впадают в Аку. И здесь же, в буквально нескольких сотнях метрах, располагается водозаборная станция. Отсюда питьевая вода поступает на весь Октябрьский район, а это половина города. Качество питьевой воды вызывает вопросы у жителей областного центра уже давно. Но на практике это выглядит гораздо страшнее. Поступающая в краны рязанцев вода из этого затона регулярно приобретает неприятный запах. В 2014 году рязанские власти даже поднимали вопрос о переносе водозабора из Дядьковского затона в другое место. Причина – большое количество органических соединений и отложений. Редакция телекомпании «Город» просит считать данный сюжет официальным заявлением для всех заинтересованных органов для дальнейшей проверки действий водителей и организации, которая занимается незаконным сливом фекалий. Алена Куклева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».